Над городом звучит сирена, много автомобилей движутся в сторону западного и южного выездов из столицы. По словам жителей Киева, в городе царит паника, и никто не понимает, что происходит. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на очевидца событий. Он заявил, что у киевлян полное непонимание, а в социальных сетях воцарился какой-то хаос. Люди не знают, как им действовать и на какую информацию рассчитывать. Не понимаем, ориентироваться на официальные выступления или на соцсети, сказал очевидец. Он отметил, что в городе есть вода, электроэнергия, интернет и мобильная связь. Работают продуктовые магазины. Тем не менее, в городе звучит сирена, а на западном и южном выездах из города скопилось много машин. Ранее о воздушной тревоге в Киеве сообщала администрация города. Чиновники просили горожан в случае сирен в срочном порядке отправиться в укрытие. Люди занимают огромные очереди в банкоматах, на АЗС, скупают продукты в супермаркетах. По информации украинских СМИ, горожан бесплатно пускают в метро Киева, используя его как бомбоубежище. На этом фоне сообщается о том, что в окрестностях Киева раздался мощный взрыв. По словам советника министра МВД Антона Геращенко, взрыв произошел из-за удара российскими ракетами по военным объектам в Броварах.